Итак, всем привет, дорогие друзья, так что получилось, что вы проходили мимо по YouTube и наткнулись на меня, а я здесь прохожу Valkyria Chronicles. У меня очень важная ситуация. Я захватил все лагеря. Ягер. Причем всегда, я постоянно хочу называть его Ягером. Ягер вообще в неадеквате, в полном здесь попался. Один, вообще нет никаких союзников, я всех вырезал. Я дико боялся, думал, что это будет ходов 10-15, оказывается, 6-й ход всего лишь, а я уже оба-на и на ранг Б, черт возьми. Собственно, сосредотачиваем огонь. Ты что делаешь? А, ты просто стрелять решил. А могу я как-то в попку ему туда выстрелить? Нет? Ну, сейчас проверим. Ну, потихонечку, понемножечку сейчас будем его гасить. Жалко, Шамрак далеко, хотя нет, он сможет тут выехать и пострелять еще тоже. Ходов у него, конечно. Ау, блин, на себя же тоже это работает. Да-да-да, статус у него повысился. Есть подозрение, что он сейчас побежит лечиться. Ради Ягер. Господи. А что до этого было? Я что-то пропустил. Вот точность, урон. А второй приказ что-то пропустил. Что там? Лечение, наверное, тоже было. Да-да-да, он сейчас поедет отхватывать обратно в лагеря. Блин, если он сейчас еще раз так попадет, это же все. Непонятно, кого он там прикрывает. Ну да ладно, оставим это на его совести. Давайте посмотрим. Я чуть не понял, кстати, куда он пульнул. Ну да ладно. Сейчас, если мы будем фигачить его просто так... бойцы... Почему я не могу прям его атаковать, кстати? Мне надо... я сейчас броню ему как бы посношу. И, я так понимаю, откроется радиатор, который можно будет расфигачить в полную. Ну что, давайте. Сохранимся. И будем потихонечку его ковырять. Даже не знаю, куда лучше стрелять. Вообще не важно, походу, да. Зато он теперь броню не может регенерировать. Так, 2, 2, 2, 2. Я, блин, есть вариант стрелять просто все, но мне надо будет полечиться. Поэтому пока просто стреляем. Да, еще 2 выстрела у меня есть. И последний. Ну вот. На следующем ходу я снимаю ему остальную броню. Так, это он реально, он меня может убить. Я лучше 2 хода полечусь. Хотя эта сволочь наверняка сейчас постреляет по чувакам нам на базе. Или постарается базу отхватить сейчас наверняка тоже. Так что, может быть, потратить один ход, чтобы кого-нибудь увести из опасной зоны. Опаснее всего Вайсу сейчас будет. Но если я его оттуда уберу, он просто захватит базу. Давайте Рози уберем, я думаю. То мне страшно за нее все-таки. Итак... Ой, сейчас, как обычно, троица приказов на одного себя. Смотрите, какой хороший командир. У него все пали, короче, он приказы дает прям себе. Ну да, Вайс, до свидания.
Нет? Ну ладно. Да, Вась, до свидания. А-а-а. Ну, он не в укрытии тогда, теперь. Сейчас он может добить. Почему Вась не стреляет в него? Ну, то есть я понимаю, что это вообще не поможет, но... Вообще в какой-то уголок прикрывает. Я не знаю, что там. Может, он что-то спрятал. Вот. И отправляемся. Слишком далеко, поэтому надо все-таки подъехать. Сейчас мы его к ногтю-то прижмем. Очень неплохо было встать так, чтобы Вайса прикрыть, но это уже, я думаю, мелочи. Еще 2 или 3 попадания надо. На это у меня ходов хватит. Так. Я так понимаю, последний, да? И тогда мне хватит с разрушением его добить. Ты глянь! Чуть-чуть совсем осталось. Так, давай подъедем к нему еще немного. Да. Ну давай, давай, начинается. Мы сейчас можем даже лучше, наверное, с танка разочек долбануть ему прям по радиатору. Ох, ну это все уже. Извини, Ягер, но это реально все. Что бы ты сейчас не выдумал. О, давайте посмотрим. Это общая атака. Угу. А, уклонение это было. Понятно. Атака, уклонение и точно сейчас еще накинет. Ну и сейчас что? Ну, наверное, Айку убьет сейчас, да. А, он решил убежать. Ну, а его Айка догонит, если сейчас не погибнет. А, Рози не в укрытии же была, точно. Думаю, что такой мощный урон получился. Передумал? Да, то им надо хоть передом для меня встать. Для меня. Ну, даже если сейчас... В общем, неважно, уже победа моя. И опять в тот переулочек, да. Там вот стопудово там что-то ценное. Он мне на что-то намекает. Там наверняка какой-нибудь чувак сидит. Хотя я уже именного одного убил. Кстати, он был, по-моему, скаутом, да. Ну, давайте что, Айка. С приказом на разрушение. Блин, сколько у Рози танков уже на счету? Реально, значит, у меня вот такие вот ребята с приказами намного больше танков уничтожили, чем копьеносцы эти. Или другие танки. Ты что, разворачивайся? Убить меня хочешь, что ли? Обойдешься. А, он же не показывает тут. Это, кстати, странное дело. Серьезно? Прикол, это не работает здесь. Ну ладно, по старинке будем его разбирать.
Ну да, еще разочек и все. Фух, товарищи. Как обычно, 10-15 минут последние от миссии я добиваю. Ну все. Фух. Не, ну этого я хочу прям пощадить, он классный. Ну и... да. Ранг, конечно, желает лучшего. 137 тысяч. Куда это девать? Так, медалька новая. И сюжеты, сюжеты. ランドグリーズへ脱出しろ。そしてマクシミリアンに伝えろ。ガリア義勇軍真の精鋭なりとな。将軍は退却なされないのでしょうか。俺はもう帝国には戻るつもりはない。 我が故国フィラルドの独立を取り戻すために、俺はマクシミリアンの力にかけた。軍事力さえあれば国を取り戻せる。軍事力こそが国を守る力だと思っていた。だが俺はガリアの連中の前に敗れ去った。そして気づかされたのさ。故郷を共に暮らす仲間を慈しむ気持ち。 奴らの心こそが国を守る力なのだと。そうだ、もう一つ伝えておいてくれ。真に強き者は弾丸にあらず。マーモットと政争を過信する流れとな。はっ。どうか将軍もご無事で。ああ。 Пафос. Блин, я надеялся на какой-то момент, что мы с ним что-то обговорим, что он, например, не знаю, сдастся нам там что-нибудь. Ну, то есть я как бы за... Ну, в финале что-нибудь прикол, там Яйгер, короче, в нашем ополчении. Мы такие... Ю-ху. Давай, 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 давай. Падение столицы. よし、バーゼル橋は制圧したな。これでランドグリーズに進撃できるね。ウェルキー、残念な情報が入ったわ。マーモットがとうとうランドグリーズに到達。城門を破って城内に突入したそうよ。クソ、間に合わなかったか。Коротенький эпизод. Ну да, черт возьми, мы поставили... Вот оно началось. И реально, финал, товарищи! Причем, вы посмотрите, финал без битв совершенно! Блин, класс! Класс, давайте сохранимся здесь. Чтобы вдруг там будет какой-то момент, что, мол... Я не смогу проходить там всякие темы, типа... Да, все сохранилось. Что я не смогу проходить моменты с рапортами, например, или еще какие-нибудь там штуки.
Так, нет, надо сначала, короче, все сделать, а потом будем смотреть все остальное. Как у нас с новобранцами? Нифига. Ну и ладно. Угу. Тогда. А, на кладбище обязательно заглянем, пока есть опыт. 84 тысячи, кстати. Удар с воздуха. Вот это реально очень клевая тема, чтобы зачищать лагеря. Я, конечно, за 10 тысяч опыта беру. Намет на огонь, это, конечно, очень круто. Тогда. Трепак, тренировочка подождет. Сначала нужно забрать свои награды. Я ж получил что-то там вроде. Ну, еще одна винтовка. Очень точная, высокоточная. О, целых три. Сейчас всем передам. Ай, все, черт. Ладно. Тогда нет, казарму чуть позже. Сначала... Ой-ой-ой, я опять забываю в главную улицу заходить. Там же наверняка опять что-то добавилось. Да, две новых записи. Возвращение ополчения. Третий полк, наш главный информационный партнер в ополчении, сумел остановить войска под командованием генерала Ради Ягера у Вазеля, буквально в двух шагах от столицы. После поражения Ягера все, что осталось у сил вторжения империи, это Мармота, продолжающее движение к стенам Рандгриза с небольшим отрядом сопровождения. Эта чудесная победа вернула людям надежду, практически полностью утраченную после провала операции «Щит Девы». Ополчение тем временем захватило Великий Вазельский мост и начало выдвигаться к столице в погоне за Мармотой. Такие дела. Объявлен новый призыв. О, да. Вот, сколько ж полегло-то, конечно, нужен призыв. Правительство Галлии объявило о неотложной мобилизации всех граждан Рандгриза, способных носить оружие, для защиты столицы от имперского дредноута Мармоты. Призыву подлежат все граждане в возрасте от 15 до 29 лет, а также мужчины от 30 до 45 лет. Прикольно. Учитывая серьезность экономических последствий для Галлии, только принцесса Корделия обладает конституционным правом объявлять подобный призыв. Напомним, принцесса не появлялась на публике со времени совета в парламенте в прошлом месяце. Слухи говорят, что ее высочество может быть серьезно больна. В настоящее время премьер-министр Борг руководит всей политической жизнью Галлии в одиночку. Под приказом о призыве также стоит его подпись. Ну, хоть что-то полезное сделал. Ах, не дают последний рапорт. Ну, ничего, мы его выбьем. Теперь... в казарму мы еще успеем. На мастерскую. Сначала в мастерскую. Велки, наники. Ну, винтовки мне не интересно смотреть. Тоже. О, зеймеры. Зеймеры могут быть. Девятый. Вот, будет десятый. А то есть этот он, который... минометный. По людям, но недалеко. А это по танкам. Я чего-то не понимаю. А, 50 всего? Ну, господи, давай. М12. На самом деле, минометы сейчас нам даже полезнее. Хотя, кто знает. Ну, особенно на вот эту миссию, я думаю. 320 урона-то, а? Давай вкачаем все минометные, которые есть.
Ух ты, прикольно выглядит. То есть, не, на самом деле убого, но прикольно. Так, это поскольку уходит-то? То есть добавляется по 20. О, много уже. Это я... Ух ты, там какое. Интересно, он далеко... А, дистанция 200 всего. Вот единственный косяк, да. Если у этих, у подствольников там по 350, по-моему, дистанции. Реально, я, наверное, лучше миномет выдам сейчас. Да что это броню пробивать? А вот минометиком шмальнуть. Милое дело. Так. 140 будет, типа, да? Ну, такое, не особо интересно. Огнемет новый не дают. Гранату, наконец-то, дали. Теперь 400 урона. А у Зеймера сколько? Тоже 400. Ну, 450 в тело. Ой, что я бросил-то все? Униформу мне покажи. Тоже должен быть прокач. Да, последний. Боевой комплект К. Здесь у нас... Защита 13 аж, ну, с 11 до 13 сразу, ты глянь. А там сколько, кстати? 9, 10. Нет, тут не на 2, а на 1 только увеличился. Понятно. А, это все старое. А, что у нас с танками? Наконец-то последнее улучшение мне дадут, все-таки финал. Нет. Улучшение радиатора, ну, тоже неинтересно. Хм, да это за что-то специальное надо это открыть дело. То есть что-то пройти. Ну, шамарка должно что-то открыться уж. Хм, тут ничего. Противотанковые снаряды. Это хорошо, много бить будет. Надо будет уже, наверное, задуматься, может быть, шамарком лучше воевать-то. Системы. Блин, это все блоки. Блоки мне не нужны. Я против блоков. Ну и теперь надо посмотреть в казармах про винтовочки. Три винтовки, которых мне дали. Вот такие, как у Алисии. Нет, у меня, в принципе, только Алисия с дальних дистанций бьет, потому что ее жалко. А вот... А, вот Юна. У Юны почему-то X2 стоит. Где их там три ждали? Вот они. 40, 51, а все заняты. Вот, 350. Юна, Уайки, дробовик наш любимый. Ну и больше мне ничего нового не дали, так что... Ну и там у остальных есть свои винтовки хорошие, они там в основном на ближнем бою работают. Погоди, нет. Это надо прикинуть, чтобы мне кто-то заменял Айку именно по дальнему бою. Это кому я дал? Юна. Так, Юна у нас Алисию будет заменять. А Тед и Фриша, они в принципе... Как у Айки у них. Тоже ближнебойные темы. Отлично. Ой, не поменял Зеймера, которым я все равно не пользуюсь. Да и все равно только у Ларга он. Тут вот еще 300 брони пробивает. 1400. Давай тогда, да, копьебой возьмем. Шрапнельный. Всех бойцов класса. О, Герберт. Вот, слушай, точно я же беру. Ему же иногда тоже надо как-то постреливать. И он, в принципе, обычно ему не нужно быть близко. Пусть далеко стоит.
Да. Ну, в любом случае, лучший вариант. Вот, а то вот такой успокоился, блин, все, всех раскидал. Нет, не всех раскидал, куда нужно. Как оказалось. Прием был, там был, был. Тренировка. Самое время. 74 тысячи. Может быть, как-то разделить, чтобы двух прокачать. Типа инженеров. Не, инженеров. Да, мне по два человека вот ходят, короче. Если бы реально, если бы не был Ларго балансером, я бы его не брал бы вообще. Как жанр. Элитные разведчики. Разведчики, в принципе, мне до хера делов реально начали делать, так что давайте их... Нет, не разведчики, давайте штурмовики. 36 тысяч, черт, делать некуда. Ну давай на элитных разведчиков. Блин, вдруг приказ будет новый. Давайте оставим 1010. Хотя я все равно много получу, так что давайте вливать. На 14 уровне штурмовики, по-моему, должны что-то получить. Нифига. Ну ладно. В принципе, у меня реально два штурмовика ходят со мной обычно. Так что вполне, вполне нужно вернуться в режим книжки. Вот теперь точно сохранится. Сюда вот. И давайте же наслаждаться замечательнейшим финалом. Собственно, настоящая Корделия. Тень Валькирии, финал. Дико извиняюсь. いささか乱暴に参上を捕まつった団は五冠王いただきますよ。さすが名将の誉れ高いマクシミリアン殿下。殿下折下の国境線突破完膚の極みです。気候がボルグとの間連邦と結ぼうとした直後に手のひらを返して 我が帝国に内通とは。俺もガリアを安泰ならしめんための決断。小国が生き残るには大国の庇護が必要不可欠。我がガリアは無条件降伏を受け入れ帝国の属国となりましょう。その代わり約定通りにこのボルグをガリアの統治者として 認めいただきたい。要はガリアに帝国ごときの属国となることなど求める。このマクシミリアンが対抗として即位し、ガリアは新しい国として生まれ変わるのだ。何ですと。そしてこの城に眠るバルキュリアの聖装の力をもったガリア 大陸最強の国家となる。あなたは、なぜそれを。コーデリア姫、あなたに世の妃となっておる。バルキュリアの末裔であるランドグリーズ家の血統は大陸の王となる世にふさわしい。バルキュリアの末裔、あなたはその血統を利用しようというのですね。いかに。 バルキュリアの意向と権威はこの現代においても衰えてはおらぬゆえ。ではあなたにお見せしましょう我が血統の真実の姿を。姫、一体何を。 Да. Таркийка! Вот это реально. Вот это... То есть я как бы знал... Ну, то есть это было очень...
Это было... Ну, то есть, на это было много намеков, то есть, все прекрасно, ну, то есть, надеюсь, все, кто смотрит меня, прекрасно понимали, что Корделия не Валькирия, но то, что она Даркийка, это вот это да, вот это хорошо. Прическа классная у нее, кстати. ダルクスの都市や村を焼き払い、ダルクス人たちは追い詰められていきました。そしてついにダルクスの有力な皇族がバルキュリア人に願えるに及んで、ダルクスの民は敗れ、バルキュリア人に支配されることとなったのです。 その後、バルキュリア人たちは歴史を書き換え、大地を焼いた罪をダルクス人になすりつけた。そうか、ダルクスを裏切ったその皇族の末裔が、もしや、そう、バガランドグリーツ家なのです。バルキュリア人の協力した見返りに、 私の先祖はこの地の統治を任されました。自らはバルキュリアの末裔と称し、ダルクス人を迫害し続けてきたのです。民の不満をそらす対象を作ることで生態を安泰にする異星者の浄土だ。私はその真実に悩みました。 偽りの姿で国民に接することに苦しみました。そして、いつの間にか苦しむことから逃げ、自らの考えと意志を放棄して生きてきたのです。しかし、ある一人の将校と出会い、私はその過ちに気づかされました。 Ну, вы понимаете, кто этот офицер. バルキュリアの血統に縛られて生きるのではなく、自分の意志で生きていくこと、ガリアの血と民を守るために生きること、それが私のなすべきことなのです。ならば世の妃となるがよかろう。いいえ、ガリアを守るため私も戦います。 ガリアの国の婚約は随分と物騒な形式を取るのだ。ガリアの地と民を守りたければおとなしく我が妃となるのだ。もはやバルキュリアの清掃は我が集中。この地を再び 焼かれたくはなかろう。どうした？物々しい雰囲気だが。それがランドグリーズに帝国軍が侵入したらしい。 Как-то слишком спокойно ты разговариваешь о таких новостях. Вот, это нормальная реакция. バルキュリアの清掃を。いかん、ここでこうしている場合ではない。やむを得ん。なんだ、どうした。
Саскете кре. Дайзовка. Ой, чиккарчиро. Сман. Извините. Длинненькие такие необязательные эпизоды, но продолжаем смотреть. Завершающая подготовка. Йо-йо, Ландо Гризе га чикай. Соко де, вага Гиюгун Чютай но тору саксен да га. さっきの戦いでアリシアメルキオット軍曹が装甲に開けた損壊部分を重点的に攻撃。歩兵をマーモットに乗り込ませエンジンを破壊する。いいか。諸君らの活躍に期待しています。以上解散。決死の作戦ですね。 Да, ворота Герландаю штурмовать было не рискованно, да? Велкин, ну ты вообще. Думай, что горишь ты. Барот тайну мучанара. Нарете масьо. На, мина. Вот, вот это правильный настрой. もう戦を区切ってきた俺たちで今更どうってことないぜ。それに今度こそ勝ちさえすりゃ俺たちの戦争は終わり。倒れていったイサラやたくさんの仲間たちのためにも、そしてガリアに暮らす人たちのためにも、勝ってこの戦争を終わらせましょう。 みんな、ありがとう。よし、みんな出撃準備だ。いよいよね、ベルキン隊長。義勇軍首都決戦へ。このことをラジオで放送してもいいかしら。私は戦場で戦うことはできないけれど、 記者イレーヌエレットとして私もみんなと一緒に戦いたいの。分かった。どうせ僕たちの動向は帝国軍に伝わっているだろうしね。そういえば君の名前はイレーヌっていうんだね。初めて知ったよ。戦争が終わったら婚約者と結婚してイレーヌコラって名前になる予定だけどね。 Коллер. А кто такой Коллер? Погоди, блин, надо узнать. Так, я хочу узнать, кто такой Коллер. Вообще хочу. Погоди, а награды нет. Они дают, ладно. Мне нужен личный состав. Дамон. Блин, они фамилии не пишут.
такой Коллер? Кто такой Коллер? Хочу знать. Знакомая же фамилия уже мелькала. Коллер, Коллер, Коллер. Черт! Блин, ну хочется, ну как-то, ну, с кем, на кого, с кого он там выходит. Коллер, Коллер. Черт, ладно, потом обязательно посмотрю. Погоди, не кто-то из основных, кстати. Фальдио, Фальдио, не, Фальдио, это другая фамилия. Классная Исара. А, вон, сверху же пишет. Не, ну Велкин Гюнтер, понятно. Сейчас, короче, всех будем смотреть, я ничего не знаю. Я хочу знать, кто этот счастливчик. Но у Заки вообще фамилии нет, нормально. Крис Черни. Леон Шмидт. Ну, Ганс, понятно-то. Тамон, Марта, инструктор. Может, ты Коллер? Сержант. Тарада, тарада, тарада. Так, слушай, по пожилому мужчину что-нибудь писали? 52 года. На кладбище погибшего временно... Товарищем этот печальный джентльмен обучает Велкина приказам. Понял. Так, Белгин. А, понятно. А почему тут Зиммеры? Ётить. Прикольно. Коллер, 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 Коллер. Я помню, что я Коллер ищу. Я тебя найду. Салинас. Ой, Мика-то зачем? А, Мика это он, кстати. Блин, как тебя за... как тебя... Коуфинс. Ай, блин. Сейчас я тебя найду. Куда ж ты делся-то? Ну, вот еще немало их, Монтли. Найду я тебя. Блин, ну где-то же я слышал, я же не мог просто так это... Хьюмор, Шерри, Айка, Джон. Джон Уокер, понятно. Нильс, понятно. Понятно. Я найду, ой, найду сейчас. Может, посол Таунсенд, понятно. О, про медика что-то нужно, да? Джина и Мина, которые тоже работают медиком вместе, их часто видели с Вайсом Майкой. Эй! Нет. Сезари. Нет. Рамзи. Сноу. Нет. А, Даллас. Девочка. Нет. Карл. Ланзат. А, погоди, он... Типа... Он работал на металлургическом заводе Фоузена, пока вторжение имперских охотников не вынудило его в столицу. Карл Ланза, ты не родственник случайно Фальдио, нет? А, Ланзат, ну, другая. Черт, Коллер, твою мать. Кто ты такой? Ладно, прервал замечательный финал, продолжаем его смотреть.
槍の取り付け工事の進行はどうだ。まもなく作業は完了し、最終テストに入ります。よし、引き続き作業を急がせろ。は、подозреваю, кто-то переодетый. Яхари. А, нет. Яцра но нерай ва Валькирия но сейсоу ка. Тейкок не. Соу ва сасен зо. Возрождённая вера. その婚姻契約書に署名するのに、それがガリアの民を休んずる唯一の方法なのだ。申し上げます。想像し、今は重要な契約の最中ぞ。ガリア義勇軍がバーゼル峡を突破、イエダ諸軍のバーゼル防衛隊は敗退。ガリア義勇軍はこのランドグリーズへ進撃中とのことです。なんだと。あ、もっとだ。Да, инструктор прям, наверное, рад, что поучаствовал в сюжетном диалоге. А-а-а, хитро.
Вот это копье. Тень Валькирии, Валков.力でダルクス人たちを倒し服従せしめたという。そんな古代の遺物がいつも見慣れた城の塔に封印されていたとは知る由もあるまい。そしてこのマーモットは聖なる槍を乗せるために設計された陸上戦艦なのだ。さあ思い知るがよい。かつて大地を焼いた禁断の炎の力を。正体不明の熱戦攻撃、第四、第五正体、壊滅的損害。あっぶねえ、俺たちも一歩遅かったら、あの炎に巻き込まれていたぜ。奴の正面にいてはやられるぞ。側面に回れ。清掃の力、思い知ったか。強大な破壊力を保持し、その力で敵を屈服させる。そんな、これからの戦争のあり方となるだろう。その力を世界に見せつけると、貴様らガリア兵は無残、むごたらしく死ぬ必要がある。さあ、かかってくるがよい。世の栄光の歴史は、ここから始まるのだ。Понятно, не совсем таки это был и финал, и все-таки битвы будут. Ой, божечки ты мой, ты глянь вообще. Ну, собственно, вот это вот мы уж точно оставим на потом. А пока что что? Пока что сохранимся. И, собственно, всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро долгожданный финал. Наверное, он будет просто одним видео такой здоровенный. Увидимся вскоре. Скоро. Пока.